Привет, друзья! Надеюсь, вы в прекрасном настроении, как и я. Сегодня я буду проводить тренировку дома в поддержку тех людей, которые по какой-то причине не могут тренироваться в спортзалах, в спортклубах, а вынуждены тренироваться дома, самостоятельно развиваться. Сегодня у нас продолжение темы выносливости, будет видео на общую физическую выносливость. Для ее проведения необходима гантель, у меня гантель весом 12 кг, вы можете взять гантель больше, либо меньше весом. Как определить вес, который вам нужен, я определяю его так. То есть, если я могу сделать с этой гантелью 15 повторений, допустим, на бицепс, на толкание, значит, это тот вес, который вам нужен. Если вы можете сделать всего лишь 10 повторений, значит, вам нужно взять гантель не 12 кг, а там 8, либо 10, то есть меньше весом. Если вы можете сделать больше, чем 15 кг, естественно, вам тогда нужно просто добавить вес гантели, значит, взять гантели не 12 кг, а 15, например. Вот, все просто. Как будет проходить тренировка? Первый раунд у нас 10 минут, второй раунд у меня 7,5 минут, третий раунд 5 минут. Раунды это для меня. Вы можете, если у вас форма лучше, вы можете взять больше времени, либо взять больше вес. Если у вас форма похуже, вы только начинаете, значит, не нужно переусердствовать. Потихонечку, допустим, можно начать там с 3 минут 4. Самое главное при тренировке на выносливость. Как только вы чувствуете, что у вас жжение мышц появилось, либо, ну, грубо говоря, рука забилась, да, необходимо сразу же менять упражнение, то есть давать мышцы отдохнуть. Допустим, я работал правой рукой, почувствовал жжение, взял в левую руку гантель, эта рука отдыхает. Иначе, если вы будете, грубо говоря, забивать мышцу и работать до изнеможения, вы просто не улучшите свою выносливость, а наоборот ее ухудшите. А это нам не нужно. Перед тренировкой нужно размяться, хорошо размяться. Кстати, подобный вариант тренировки я посмотрел в свое время у Кости Дзю. Будем брать пример с лучших и тренироваться все лучше и лучше. Начнем! Самое главное в этом упражнении это на протяжении всего раунда выполнять работу. Не останавливаться, не ставить гантель на землю. Можно делать незначительные паузы, но вы должны постоянно работать. И второй момент это использовать принципы биомеханики для того, чтобы не навредить своему организму. Раунд. Попробуем чередовать упражнения на руки и на ноги, на корпус. На руки, на ноги, на корпус. И по самочувствию, как я уже говорил, не добивать мышцы до конца. Началось жжение, поменяли упражнение. Жжение, поменяли группу мышц. 30 секунд отдыха уже прошло. У нас последний раунд, 5 минут.
Выкладываемся. Последнего раунда советую провести своего рода заминку. Допустим, вы занимаетесь единоборствами, например, боксом, вы можете провести бой с тенью, перемещаться, пораскидываться. Вот такая вот простая, но самое главное, эффективная тренировка на развитие выносливости. Подстраивайте ее под себя, изменяйте, тренируйтесь правильно, тренируйтесь тяжело. Если вам видео данное понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, будем развиваться вместе и самое главное, не отступать. До встречи в следующих видео, пока!